температура в машине. Вот, в нормальном режиме должна быть смесь 14,7. А у тебя она плавает. Причем плавает от 13, вот видишь, да, до 15. Это вообще беднейшее. Смотри, сколько раз он все время. Раз, 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 видишь? А смесь должна быть где-то 14,5, 14,8, 14,7, 14, там вот, вот в этих пределах. Плавает. Все это у тебя происходит, да, именно из-за вот этой вот ошибочки. Делаю. Сымай.